Всем хорошего настроения. Пришла посылка. Это у нас Китай, сайт AliExpress. Открываем, смотрим, что здесь. Так, нужно другой нож. Это уже как-то не режет. Так, смотрите, какой маленький пакет. Я уже знаю, что здесь по цвету. Просто помню, что заказывал. Это должен быть такой плащ, это моя жена заказала, летний, не летний, просто от дождя. Смотрится она, конечно, как курточка, но очень тонкая, и видите сами, как она сложена. Мне уже она нравится. Кстати, есть женские варианты, есть мужские. И если мне понравится, если реально хорошая курточка, я сейчас посмотрю, возможно, даже себе закажу, поскольку стоит она очень дешево, до 10 долларов. И сами видите, как мало места она занимает, то есть можно даже в дорогу брать с собой, в рюкзак, и если пошел дождь, одевать вот такой, как бы, плащ. Так, ну, в принципе, сделано неплохо, прошито все качественно. Такие небольшие деньги. Давайте я попробую, продувается она или нет. Вроде бы не продувается, то есть дождь также не должна пропускать. Придется себе заказать. Зря не заказал сразу же. Просто я не думал, что она будет вот такого качества. Я думал, что это будет очень что-то простенькое какое-то. И не думал, что... Кстати, она заказала М-ку себе. Не думал, что она настолько мало места занимает. Это круто, конечно. Небольшие деньги. И здесь даже кармашки еще есть. Вот. И какая-то расцветка. Не помню, на рисунке была ли эта расцветка, или просто был однотонный синий цвет. Цвета, кстати, есть разные. Можете посмотреть. И черный есть для мужчин, и есть яркие цвета для женщин. Кто какой хочет, такой может выбрать. Но, в принципе, курточка мне понравилась, качество неплохое, прошито также все аккуратно. И цвет даже, вот интересный такой синий цвет. Она брала специально, поскольку маленькие дети есть, и очень часто все быстро вымазывается. И мне кажется, на синем цвете вот, будет видно меньше. Плюс к этому эта курточка вот легко поддается как бы очистке, то есть если вы запачкались какой-то землей, например, взяли влажную салфетку, все протерли, и должно быть хорошо. То есть вытираться должно легко. Но это мы все проверим. А так, в принципе, курточка неплохая, прошита хорошо, мало места занимает. Я думаю, что жена будет довольна. Ссылка на эту курточку в описании к видео. Всем спасибо за просмотр данной распаковки. До свидания.